Наверное, нелегко найти более красивый вид спорта, чем бально-спортивные танцы. Их популярность на Кубани и по всей России все время возрастает. Это было очевидно для всех, кто побывал на турнире «Славянский вальс», который прошел в спорткомплексе «Лидер». Более 300 спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Славянска на Кубани, Сочи, Темрюка, Ставрополя, Белой Калитвы и Донецка прибыли в наш город, чтобы принять участие в престижном турнире. Эти соревнования очень полезны для профессионального роста спортсменов. Успех в них позволяет повысить свой уровень. На торжественном открытии глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал участников соревнований и пожелал им новых спортивных успехов. Это действительно красиво, это прекрасно, это грация, это осанка, это красота. Поэтому я уверен, что все мы сегодня получим прекрасное удовольствие от тех соревнований, которые будут проходить здесь, в Славянске на Кубани. Я хочу сказать большое спасибо организаторам, потому что это труд, это вот всегда это определенные хлопоты. Но, наверное, мы ради того и живем, чтобы радоваться, соревноваться. В настоящее время соревновательные бальные танцы считаются артистическим видом спорта. Они требуют от танцоров силы, выносливости, координации, гибкости, строгой самодисциплины и командного духа. Главный судья турнира впечатлена дружелюбным приемом и высоким уровнем организации соревнований. Чем был примечателен сегодняшний турнир, то, что нас встретил глава района. Это говорит о том, что наш вид пользуется популярностью, то, что это как бы нет равнодушия со стороны властей. Я думаю, это очень интересно детям. Не везде как бы приходит глава района и открывает такие мероприятия, поэтому, конечно, это здорово. Этот турнир собрал в себя не только города Краснодарского края. Здесь и представлен Ростовская область, представлена Донецкая Народная Республика. Так что ребята как бы представлены достаточно обширными регионами и городами. Чем хорош турнир? Тем, что он, наверное, первый под эгидой Российского танцевального союза проходит именно в городе Славянск. И в городе Славянск он первый под эгидой Южной танцевальной лиги, которая тоже в Краснодарском крае занимает лидирующее положение на сегодняшний день. Поэтому большое спасибо городу Славянску, что продолжают, культивируют этот вид и помогают нашим детям развиваться и становиться лучше. Турнир «Славянский вальс» проходит уже не в первый раз. Он был успешно возобновлен, и это очень радует его организатора. Этот турнир доказывает то, что, во-первых, возрождается опять, возобновляется вот эта вот идея того, что спортсмен – главное звено в мероприятии, а судьи являются теми, кто берут на себя ответственность, почетную, но при этом очень сложную и ответственную как бы миссию выявить лучших. И сегодня я наблюдал за всем турниром, я не судил, не находился в судействе, и поэтому мог смотреть на это все, скажем, как зритель, но компетентное лицо с своей оценкой. И у нас, можно сказать, что турнир прошел просто, ну вот, скажем, по самым лучшим традициям вот, спортивного мероприятия. И совсем еще юные исполнители и более опытные спортсмены старались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, музыкальность, отточенное чувство ритма, отличную координацию движений. И сколько было радости, когда им удавалось добиться намеченного. Спортсмены из Славянска на Кубани выступили очень хорошо. На их счету в категории соло возраст 12-15 лет 3 первых места, 5 вторых в различных классах. А в категории пары 12-15 лет славянцы завоевали 3 золотых, 2 серебряных и бронзовую медали. Сумели показать свое мастерство краснодарские спортсмены из танцевально-спортивного клуба «Армада». Александр Щавинский и Анна Шихова довольны выступлением. Я занимаюсь 6 лет бальными танцами. Мне это нравится, потому что я танцую в удовольствие. Мне очень этот, я не знаю, очень-очень-очень-очень много знаю про этот спорт. Хочу стать тренером этого спорта. С Сашей мы танцуем 5 лет. Никита Тимофеенко и Вероника Филимонова также из клуба «Армада». И они не раз поднимались в этот вечер на пьедестал почета. Прекрасный турнир, красивая площадка, очень классные зрители поддерживают. Спасибо организаторам огромное за такое мероприятие. Наверное, самый любимый танец – это чу-чу-ча. И, скорее всего, не
совсем все удалось показать, но будем работать дальше. Александр Братков и Екатерина Халявка из Донецка награждены золотыми и серебряными медалями за свои выступления. Мы безумно рады, мы старались передать эмоционально каждый танец, который мы танцевали. Порой один танец был позитивным, радостным, но другой уже там, помните, пасодобль, танго был уже, конечно, с другой совсем. Город очень понравился турнир. И хочу сказать огромное спасибо нашим тренерам. Традиционный турнир «Славянский вальс» очень понравился и спортсменам, и зрителям. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».